Книги не выходят из моды, они столь же любимы, как и раньше. Современные дети любят читать, а еще они умеют делиться. В Одинцовской лингвистической гимназии стало хорошей традицией проводить акцию «Книги в дар». Ребенок сам выбирает книгу, которую он хочет подарить. Потом ребенок этот будет, приходя в библиотеку, видеть эту книжечку на полочке. И я думаю, что будет рад, что он частичку, да, своей души, своей доброты. Вот. И эта книга будет радовать не только читателей других, но и тех ребят, которые подарили эти замечательные книги. Ребята отдают в библиотеку те издания, которые они уже прочитали, и рекомендуют другим ученикам познакомиться с творчеством интересных писателей. Я эти книги уже давно прочитала и давно знаю, и поэтому я решила, пусть другие и дети тоже прочитают эти интересные книги. Я подарила «Пташка Мэй, королева воинов». Это очень интересная книга про то, как одна девочка попала в страну навсегда, и там с ней происходили разные чудеса. Самыми активными в этот раз стали ученики начальной школы. Дети принесли свои любимые книги. Здесь энциклопедии, рассказы и классика мировой художественной литературы. Я очень люблю читать, мне больше всего нравится литература, это фантастика и роман. Когда ты читаешь, то ты поглощаешься полностью в них, и тебе кажется, что все происходит на самом деле. Ты развиваешь, у тебя очень хорошо четкость слов развиваешь, и мне нравится читать книги, они интересные. За время акции в дар библиотеки было передано около 130 экземпляров. Все книги внесут в фонд, и они займут свое место на полках. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».